они, блядь, долго встают. Ты куда, Харёк, убежал? В норку. Харёк! Юра! Юрочка, Юра. Юра, ты куда съебал? Дред закончился. Так, они готовы. Ну, блядь, вот вовремя, Юра, ты съебал. Герц. Харёк. 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 Бля, это как миллиард повторял. Ой, бля. Харёк. Харёк, бля. Миш, где твой друг? Оттуда. Он ушел. Мне кажется, его пиздец, выпрыгнул как в окно. Ну, напишешь? Бля, бать вовремя, кстати. Хорошо, что мы не начали. Да, второй матч без, с Батум это сильно. Почему? Сейчас Дима может затянуться. Нет, я имею в виду, если бы вы из матча. В матче, если бы вы выкинули. Я ему в лес уже написал, что он в ВК зашел. Видимо, выкинул. А у них сейчас матч в 23:00 у этих ЛП. Надо тоже поторопиться. Да. Подожди, он пишет сейчас. Пишет ща. Так они сами заставили нас ждать до 22:40, поэтому пускай... Ну, мы сперва договорились именно на 22:40, потом мы договорились в итоге на 22:30, но он думал, что он договорился на 22:40. Давайте договориться на 22:42, не знаю, какое-нибудь такое время. Ну, это, Дима, есть же какой-то, типа, этот... Не, просто обычно, если договориться на какое-то время, то есть плюс 10 минут или там, ну... Плюс 15 даже, ну, мало ли кто-то даже... Ну, да. В любом случае, их будут ждать, поэтому... Да, ну, наверное. Ну, или ТП поставит, уже не на что. Тоже. Сейчас в итоге начнем в 23 будут нас транслировать. Будет круто. Да я... Ну что, что играет на ПК? Все. В небесной лиге. Может, ЦЗ возьмем? ДП. Что? Ничего не понимаю. Что он говорит? Успокойся. Роутер бутает. Да, Димка, готов на ЦЗ? Не, не могу, у меня нет плойки. На 24 часа. Сразу две, да? В аренду сдал. Я отдал в PlayStation Харьку. Так он же написал, что сейчас зайдет. Ну, он ребутает роутер. Дождем, что? У нас есть еще 3 минуты. Да. Стеф, отдай ко мне кэпку, чтобы не было бага опять этого ёбана. Я был готов. Не, Дим, ну ты... Будь готов. Ой, да, конечно. Алло, алло. Алло. Интересно, а вот если бы меня здесь не было, то что было тогда? Волина.
Надо Левена подкомментировать. Да, да. И так, и тут такой прямой Игорь кричит. Ебучий малына. Делает контент. Ладно, блядь, Дим, ты зайди на всякий случай, но я типа хз. Ты не, я могу зайти, это быстро. Я пока в шаре сижу, у Миши что-то. Я же стримлю, мне сейчас надо все перерыв включить. Давай реально тогда это, заходи потихоньку. Не, заходи на всякий случай сейчас. Если сейчас он не зайдет за 2 минуты, тогда ты сразу станешь в погоне. Че, отключаешь AirPlay, да, Дим? Да, отключи. Блять, это пиздец. В 45 заходит хорек. Да, я сейчас отлично, блядь, сыграю, просто как бог нахуй. Ну соберись, блядь, что делать? Соединение. Бля. А, ну как так можно вот все? Короче, я короче, в профи захожу. А. Подожди, ну, может. Миш, будь готов шару кинуть, если что. Спорт не хочешь зайти? Ну зайди сейчас, здесь хочешь, то ебать. Заебали, нахуй. Да подожди. Ну, блядь, как я заебался этой хуйнёй, блядь, сидеть ждать в секунду, блядь. Да, сгоришь. Дадится за нормального, блядь. Ну, он был, но он спал. Дади еще одно. Так просто это. 2000 игроков. Уже он пишет, что уже, блядь. Ну ты не видишь, да, по ЦЗ вот стоит. Ты что, не видишь, да, он на ПЦЗ стоит, да. Герб. Да встань ты уже на свою позицию, блядь, хватит баловаться, блядь. Сейчас зайдет, блядь, еще время будет тратиться. Ну зайдет. Мне кажется, он немножко долго заходит. Диверсия. О, блядь. Всё. Давай шару, Миш. Гений. Бля, Харёк, включи микрофон, заебал. Да, все, гоу. Так. Что, потеряли, что ли? Ты не вылетишь, блядь? Да, уже как Стеф. Охуенно будет. Все, давайте собрались, погнали. Я даже серваки не разорвал. Погнали, погнали, блядь. Ой, блядь. Мне надо вдруг мешки. Так, какую форму белую им поставлю? Тоже. Так вот, наверное. Тоже тут говно кложит. Все, соберись давай. Да, хоть заберись, ты можешь. Так, ребята, значит, мы играем не для личных рекордов, а для блага команды. Давай, Игорь, чтобы я понял. Это интересует меня куда больше. Мы уже вошли в историю, мы хотим добиться еще больше. Ебаный ЧСВ. Так, и теперь давайте вторая. Ты смеешься, когда побеждаешь, и плачешь, когда проигрываешь. В этом и заключается вся прелесть этого вида спорта. Да, все, да, давайте, да, поехали. Так что мы будем делать сегодня, Игорь? Побеждать, все, поехали. Сегодня нам надо радоваться, давайте, все. Давайте плакать. Все, ржать перед... 10 минут на минуту начнется большой футбол. Здравствуйте и добро пожаловать в Ванкувер. Дальняя была опять. Смотри, что на вес, смотрите, Наталья. Так, инсомнию разве, подожди. Разыграем инсомнию, только не через меня. Кот, дай пас, я... Да, через кота, на кота. Даю. Коротким пасом решили угловой разыграть. Ничего страшного, бери. Мяч сразу. Боковую линию. Смотрим, фланг. Боже. Хорошо, он мяч в игру вводит. Играют они в пас. Играет в пас команда. Господи. Что такое? А? Решил прибрать игру. Чуть не привезли. Аккуратнее, подожди, стой, не торопись. Это с ближними надо разыгрывать, это опасно. Давай на это, как он. На этого, на красном. Может, ты вообще линию повыше? Да, чуть можно подняться. Да, знаешь, очень странно он себя повел. Думаю, тренер тоже находится в недоумении. Хорошо. Переходят они в атаку.
Отдает он мяч партнеру. Офсайд. Не, да, офсайд. Чуть пораньше, Миша, ладно, хорош. Да не было хорошо. Давайте в том же. Давай еще. Не, у них хорошие зоны, можно играть. Назад давай. Хорошо. За тебя, Миш, меняемся. По флангу, может, ладно. Но это уже совсем плохая передача. Аккуратней. Нужно собраться. Читаем. Хорошо. Можно отбор, можно день играть. Еще можно, Миш. Поменяли все. Угу. Джером. Треугольничку, да. И обратно они себе мяч. Нет, ты когда меняешься, ты тогда уже, скорее всего, не играй на второй. Тебе тяжелее будет цопа. Может тут навес получиться. Хорош. Пойдет. Аккуратнее сейчас смотреть скидку. Дырка большая, да. Он подает в центр штрафной. Как здорово защитник сыграл сейчас. Мяч у соперника теперь будет. Хорошо. И центр. Угу. И как он дальше мячом распорядится? Навешивает в штрафную. Пойдет. Есть подбор. Есть. Можно. Угу. Есть. Пойдет. Катают они мяч. Очень важно. Бля, переклад, что за хуйня? Да-да, Оля. Очень опасно. Поздал. Можно. Я давал тебе... Дим, ой, какого... Олег. Боже. О, хорошо. Боже. Сыграл на перехвате сейчас. Бля, я протупил немного. Сука, извини. Хорошо. Угу. Все, не спешим. Не торопись. Ага. Шире игру стараются свернуть. Мяч на фланг. Играет он на партнера. Бля, я поторопился чуть-чуть. Ну вот стоило только сам заговорить не об атаке, думал, как проскочь они потеряли на Мишу мяч. Давай, создаем темп. Юрок, пониже давай, пускайся. Да, атака продолжится через фланг. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Я убегу. Хороший. Ух, пас, секс. Отлично задумано, отлично исполнено, 5 баллов. Гений. Лучше, красавцы, давайте так же. Хорош, вот Олежка, молодец. Это был секс. Давай. Да, это пас с пешектами. Хорошо получилось, давай еще. 1-0 в нашей игре. Теряем. Все, освободи чуть-чуть, спокойно игру. Ребят, 35 тысяч не попадут. Давай фланг. Миша, придержи чуть. Хорош. Отдает он передачу. Машина. И что дальше? Так, это двоечка. Только нет, подожди, стой, это не двоечка. Давай, знаешь как? Короче, сделаем по-другому. Разыграй. Юр, очень ты на дальний, я тебе пас сейчас навешу. Дай мне пас. Сейчас. Право. Поехали. На коротке разыграна. Ой, как слабо пошло. Может быть. Дальняя может. Следует мяч вынести, все еще опасно сейчас. Вынос, главное, чтобы повыше и посильнее. Есть пространство, есть варианты страховый для развития контратаки. Пас на фланг. Все, дожимать надо в этом фланге. Сыгранный навес должен последовать. Пойдет. Нормально. Забыл. Будет введен в игру. Надо сейчас забить. Точно сопернику в ноги. Разведи. Неудачно. Хорош. Бля, не тебе, Олегу. Не стал давать свисток арбитр. И шире. Центр. В пользу пострадавших. Пойдет. Сбил тебя, Олег, сори. Уверенно они в атаку идут. Угу. Джером. Сейчас только не обрежься. Да. Не там дал. Как здорово он игру читает. Вот это вот опасно. Что ты сразу опускайся, как только пас уже отдал, Дима. Отдает он мяч партнеру. Нормально. Не торопись сейчас с выводом. Можешь. Аут. Теперь в атаке уже соперник. Хорошо. Будет. Допустим. И вперед он идет. Не все, главное, не все. По вдвоем. Больше очень не надо. Защитник я играет чуть-чуть на вынос. Уведи во фланг. Все, да, там придержи, распределитесь. Рома, ты цап остановишься в этот момент. Джером.
Не-не-не, подожди. Блять, короче, там замезаменяться надо было, все, ладно, похуй. Да. Олег, можешь? Играет в пас, команда. Не дает этой атаке оборона развиться. Попробуй выход. Выключил. Центр, еще. Катают они мяч. Это удар. Хорошо. Пойдет. Так, значит, давай... Навешивай сразу на хорька. Сюда подальше даю. В центр штрафной подан мяч с углового. Бля, офсайд. Бля, да ладно. Давай, собирайся. Все, на него не надо. Переводить будет. Здрасте. Вперед. Ага. Че? Свисток промолчал, значит можно продолжать. Бля. Давай, назад. Конец тайм. Дожимай. Если он не переводит, значит можно вообще дожимать их фланг. Может. Нет у него проблем с передачей. Хороший пас на флот. Смотри, центр там свободно был. Да нет, там сейчас. Просто я не первым дал. Да. Окей. Пойдет. Ну так. Ну, во втором тайме, во второй части первого тайма немножко хуйню начали. Но там в некоторых моментах, где уже Олег хорошо уводил, надо было его заменять, и в этом в случае тебе, Рома, надо было. Короче, вам надо было поменяться местами, а вы, блядь, ты бежал. Так не, я поменялся, его... просто потом я пошел вширь, чтобы открыть зону. В плане? Таку? Да нахуя? Ну зачем, скажи? Так а тогда у ЦЗшников автопозиция будет высокая, чувак. Если реально, тут может кто-то играет на ней, так что в пизду. О, давай, поехали. Давай я не буду лучше менять. Потом поехали. Давай мы лучше будем с тобой с оценкой 6, чем, блядь, с оценкой проёб. Мы снова на стадионе BC Place. Не получилось у них мяч. Тихо. Кончена игра. Окей. Хорош. Джером. Есть, давай. Они в хорошо! Хорошо. Давайте не расслабляемся. Да. Слушай, ну это... Мы через центр проходим. Давайте ну так в этом прикол. Ну да видишь, кстати, мы хуярим не только вперед, но вот с Юрой сейчас отыгрались, Юра мне хорошо вкатил. Ты видишь, в чем прикол? Юра мне вкатил. Я дальше тебе, ты хорошо отыгрался. Олег там увел игрока. Ладно, играем. И как он дальше, чем распорядится? Спокойно, разойдитесь. А, есть. Пойдет. Лучше. Я немножко придержу. Олег есть. Просто отпасу Олегу. Ладно. Плохо сыграно, мяч потерян. Олег, поменяй со мной, я что-то далеко убежал. Есть на фланге пространство. Ходит мяч у них. Угу. Так. А что там стоит? Да у меня игрок, блядь, залагал. Что-то застрял. О, можешь забросить. Теперь будет. Пойдет, ладно. Отдает он передачу. Вот, надо. Все разыграно, навешивать надо. Хорош, подбор. Чуть пониже код. Здесь. И что дальше тут будет? Пойдет. Смотрите сейчас опять скидку. Я, короче, Дима, ой, точнее, Мак. Фу, блять, Рома, иди на. Да, на разыгровку, а я на полукруг. Не на полукруг, а на скидку. Прямо в центр штрафной полетел мяч. Браво, защита. Опять получилось. Видишь? Видишь, можно закинуть. Отличный шанс есть для контратаки. Бля. Ладно, бля. Жалко. Нормально, нормально. Пойдет, давай еще. Спокойно. Тихо. Может чуть вынести, в принципе. Останавливает оборону эту атаку. Есть. Угу. Спокойно чуть-чуть. Угу. Разойдите чуть-чуть. Есть ногу. Угу. Сразу не ускоряйся. Видишь, он тебя пытается сдерживать. То есть он тебя не пытается сразу подловить нас на приеме. Пошли последние полчаса игры. Рома. Центр. Снова точный пас в его исполнении. Блядь, я не туда давал, я давал в центр вообще. Все, проехали. Теряют они мяч. Почему пошло на это вообще в пизду куда-то? Играет в пас команда. Подавай! Блядь, сразу не получилось.
Бля, офсайд. Офсайд, ну блядь, ну как ты уёбан? Хорошо было, хорошо, давайте. Хорош, Олег. Долго получалось, да? Пойдет, давай еще. Хорош, Коль. Сразу там. Отдает он мяч партнеру. Есть игрок впереди, пройдет передача. Бля. Тише, не горит. Давай это как его... Не-не-не. Если это не пенальти, то что это? Ничего не давай. Я жестко не спасаюсь. Играем. Подбор. Добрым словом сейчас судью на трибунах точно не вспоминают. Все, короче, надо просто зажимать. Назад не давай. Ай. Подожди чуть-чуть. Нарушение, ну ладно, в принципе, нормально. Удар. Сейчас не торопись. Подожди. Сейчас все придут. Рома, иди чуть вперед. А, нет, в принципе, нормально. Давай с Ромой разыгрывай. Забегай сразу во фланг. Повыше чуть, Олег, сразу. Пойдет, ладно. Кидай на меня. Боковой мяч будут вводить. Потери и у соперника. Не успел чуть-чуть. Тише ты! Ой, блядь, ну я же говорил, спокойно. Ну тащи. Да, жестко не сидит. Он бы забил, блядь. Ну ладно, похоже. Играем. Не раздумывает рефери, назначает пенальти и достает желтую карту. Ну это еще как-то можно пережить, а вот пенальти... Хорош! Тише. Гений. Бля, хороший. Фу, я спокойно вообще, блядь, хороший. Спина. Очень хуёво. Тише, все, играем. Никак не получается у них удержать мяч. Побыстрее. Эй. Нормально, нормально, давайте. Задуши. Ага. Хорошо. Плёс. Зачем? Блядь. А, фол наш. Да не, спокойно. Вы можете чуть спокойно? Ну, блядь, чё, не орите так сразу по хуйне уже. Понятно, что там обидно, но там, блядь, фол наш. Играем мы. Додавим. Получилось. Играет что он на партнера. Ну, просто что это за навес? Чужого игрока мяч попал. Хорош. Боже. Чему-нибудь вообще притянет в этой игре? Какой прекрасный пример отбора мяча. Хорошо в прессинге играет соперник. Рома, отойди, Рома, ай, блядь, помешал-то, короче, ему. Узко слишком был. Я сначала был под ногу, потом он уверен, ко мне движение сделал. Ну ладно, поксёк. Короче, навал идет, надо успокоить, блядь. Мы не можем выйти с навал. Да. Они просто душат, видишь? Ну да. Короче. Хороший пас на ход. Не доходит этот пас до... Эх, пойдет. Проехали. Здорово сейчас может контратака пройти. Стеф, аккуратнее. Они мяч. Отличный пас. Удар. Хорош. Спокойно. Обороняющегося игрока. Можно. Пусть. И центр. Короче, сразу не получается вот тут вывести в пас. Блять, надо, короче, просто чуть-чуть шире. Вот чуть шире надо. Чтобы принял Юра там, а не ты, Рома. Уходи, парни, подбор. Если мы идем справа, подбор сделан. Мы слишком узко идем. Ну, точнее, блять, мы просто не можем тогда центр никак их в широту взять. Как здорово он игру читает. Чуть я понял, что. Успокой, короче, не торопись. Сейчас только ближнему не разыгрывай, разыгрывай сразу. Кот, забежать можешь? Да, могу, давай. Давай, давай, пошел. Бля. Да все нормально. Я первый буду. Все не бегите. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Еще может. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Ну а потом скажет комментатор. Ты жестко, конечно, Олег нас обрезал сейчас. Офсайд. Сейчас надо было, блядь, конечно, потолку уже разыграть. Подожди, не торопись. Давай с это. Юра, закидывай на меня. Джера. Нет, можно по фангу. Ладно. С умом он мяч отдает.
Бля, живи. Блять, как это делают? Стамина уже нет. Ходит мяч у них. Боже, сколько же, блять, рандома проскочил. Это наш, кстати. Все, тише, не торопись. Подожди. Я могу просто выбить. Да, выбесись. Тише, так аре, ну че вы, блять, как я не знаю, сразу орать начинаете. Да это последний. Ну ничего страшного. Просто выбей, да выбей нахуй уже, блять, побыстрее бы такой, блять. Бля, ну мы могли больше забить. Конечно могли, по статистике пройди. Особенно эти офсайды и Степик мужчина. Видишь, кстати, спасибо за опасность. Бля, слушай, не хорёк пенку привёз? Шкот, я смотрел динамики этот момент в лайве. И мне показалось, что Миша правильно сделал, что мне прошел бы пас. Я вот честно, я сейчас посмотрю еще. Слышь, ребята, я же запустил спас. Мне вообще показалось, что там офсайд был сначала, поэтому я не дал. Не, я бы тоже не дал пас. То есть я смотрел, вот именно думал, надо бить, типа, Мишу, да. Ладно, пойду РТГ гляну, Кропсы. Степик. Степик. Ладно, с победой. Да, молодцы. Конечно, дать второй тайм. Ну, мы еще два голоса сайта забили, это же. Давай. Молодой. Олег хорош вообще, такой пас вырезал, блядь. Да, на первый гол вообще охуенно поспал. Ебать он сделал охуенно. Че, 60-й ебать, у них даже фокус на игрока. Да. Хуя себе.